А, вот эти типа написан. пасхалочки, да? Читали, да, уже? Да. Это кто? Юрик. О, кстати, я его не видела. А, это он выпал, наверное, когда шкафчик открыл. Тот шкафчик, тут написано Help Me, короче, шкафчик Артём открыл, он, видно, выпал. Я тут пентаграмма на полу, он вообще. Не, смотри, лапти какие-то чьи-то. Ну, кто-то он, ну, и ушел туда, в дверь в эту. Он, смотри, следы какие-то. Давай. Там ничего нет, что ли? Ну, он следит, в дверь заходит. Сука, это ты. Специально, да? Не, смотри, лапти какие-то чьи-то. Ну, кто-то он, ну, и ушел туда, в дверь в эту, походу. О, блядь! Ёб твою мать! Я ожидал что-то подобного, блядь. Вот это тоже напугало. Вы не подходили туда, или она каждый раз вылазит? Я подходила. А, больше не вылазит. Второй раз вылазит или нет? Не, не было второй раз. Слава богу. Блядь, это было неожиданно. Это какую сложность поставил? Максимально? Профессионал. Нет. О, смотри, теперь карта прям, смотри, как показывается. Прикольно. Да, ну да. Фотка сверху, типа. Много вообще чего добавили. Бака. Кстати, не блокнот обновили, да? Да, и блокнот по-другому выглядит. Руководство по выживанию. Теперь еще есть. А как мне сразу в доказательства перейти? А, они еще сверху эти сделали такие. А, вот доказательства. Ага. О, кстати, прикольно удобно сделали. А как включать? А, вот все. Да, прикольно сделали. Так, ну что нам надо? Фонарики. Да, а что теперь? А где теперь прятаться? Ёптать. Палатки открываете сейчас? Да? Да. Да. Так, подожди, а как? Ага. Дверь обычно. Сейчас я пойду посмотрю, где сидит генератор. Так, слышно меня через это? Да, слышно, слышно. Надо на пирс пойду схожу. Пойдем сейчас. Маска сплыла. Оп, Джейсона, пасхалочка. Смотри! Да-да, пасхалочка, здравствуйте. Офигеть, молодцы, да. Сделали пасхалку. Я так и подумал, что это место похоже на пятницу 13-е. Твою мать! Чё такое? Что случилось? Бегите! Аня, беги! Ну, так быстро! Аню, все, съели, вижу. Мы это на внутри. Нет.
А эти двери в палатке не закрываются, блин. Что ты дверь не закрываешь? Так она не закрывается. Я пытался закрыть ее и не смог. А тыквы вот эти прикольные, прям видно, что там объемно внутри этот ламп горит. Свечка. Ты, короче, поставил среднюю карту эту, чтобы ее посмотреть получше. Ну, 3D-шная, нормально. Жмите. Палатки вообще как-то закрывать, интересно, можно или нет? Да мне кажется, нет. Ну, я же закрылся в палатке. Можно, я закрылся в палатке. А, ты закрылся? Блин, ну-ка, дай я попробую. Да. Что-то это сложно очень просто. Не, слушай, а в VR, походу, нельзя, прикинь. Нет, там тебе... Там цепануться как-то надо. Так, а как тут зацепишься? Изнутри. Давай я тебе закрою. Я тебе закрыла, пробую открыть. Потом так, ну, открыть-то я могу, вот я смотри, вот так делаю. Оп, все, вот она открылась. Зайди внутрь. Ну вот, зашел. Она, закрой, кстати, висит почему-то. Вот смотри, пытаюсь закрыть. Что, блядь? Где ты? Откуда ты взялся, блин? Нет, она не закрывается. Вода включилась. В том же туалете, с другой стороны. У тебя есть с собой МПшек? Да. Пойдемте сначала включим этот. Подожди, пошли включим генератор. Мы сейчас опять сдохнем. Три. Может быть, да. А, ну тут да. Еще дом вон целый, понимаешь? Охренеть. Элизабет Томпсон. Элизабет Томпсон, ты здесь? Да, поговори, потом пойдем. А у нас блокнот. А, блокнот? А, ну вот. Значит, приемника нет. Никто это не найден, пишет. Пойдет. Угу. Значит, это печаток вроде тоже нету. Надо смотреть минусовую, радиоприемник и огонек. Отпечатки вы чекали? Да, не нашли. Они же пропадают теперь через какое-то время. Да, через минуту. То есть надо прям постоянно чекать, ходить по сути. Лёх, привет. Кто-то много светильников, да, включил? Никто ничего не включал вроде. Засчитала? Нет, смотрите. Благовение засчиталось. Датчик движения не засчиталось. Ну, короче, датчик движения нужен. Ну, это, ну, сфоткай меня, типа, я такой охотник на призраков, короче. Давай вот так, красивенько прям. О, хорошо. Блин, ну меня плохо видно. Меня не устраивает фотография. Да. О. Поближе подойди. Отлично. Поставим его на обложку в нашем убежище. Это будет лучшее, лучшее просто, знаешь, такая вот фотокарточка. Лучшая фотокарточка будет. Так, я там домик. Так, минусовая, да? Кто это сказал, это тень? Мара, по-моему. Или тень, сейчас скажу. Марш? Тень. Ну все тогда. МП, запись минусовая. Поехали. Поехали. В этом в автобусе он черненький такой, с красной точкой. Нет, черненький с красной точкой — это движение. А второй сверху. Блин, ну я уже несу этот проектор. Ой. Лазер движения. Куда идти, фиг знает, блин. Таблеточки, потому что у нас просто канал все.
опять сердце стучит. Вон, в доме вон. Там 10? Я минус. Минус. Но отпечатки держатся минуту, поэтому мы явно не успели. Да, не успели. Был, по-моему, только что. Блять. Это тебе. На лазере тебе было только что что-то. По-моему, тень какая-то пролетела по лазеру. Алло, Алочка? Пошли, вернемся, лазер проверим. Ты сейчас умрешь. Не, ну лазер, может, и засчитало, нам же надо еще остальные штуки делать. Сейчас свет вырубим, посмотрим. Беги! Мысли, бля. Понятно, не ушел. Ух, ёптать. Что с нашими экранами? Добро пожаловать на кошмар. Это максимальная сложность, да? Да. Блин, кажется, я в текстуру зашел. Нет! Да, ты там. О, я провалился в гараж. Офигеть, блин, шорткат нашел. Слушайте, а доска Луиджи работает сейчас? Куда ты там провалил? Я в гараж провалился, меня слышно? Да. Сейчас. Здесь доска лежит на полу, надо нам? Ты молодой? Что за старый? Доска? Доска Луиджи, или как она там? Да, можно было... Бля, она провалилась тоже в пол. Ну, серьезно? Ну, ханту, может быть. Мне тоже кажется, что это ханту. Нормально. Там про каналы интересно, я ему зажег даже, вроде как. Это... Двинуться, блин, боялась. Засчитала сказать, благовоние? Пока хочется, да. Нет, благовония да. Нет, а вот сбежать засчитал. А сбежать, в смысле? Я ж прям перед ним зажег. Пока он преследует жертву, может он... не преследовал, ну хотя он преследовал, блин, меня. Давайте на таблетки съедим. Смотри, вот отсюда она выходила, ну, вот отсюда. Да, видимо, вот отсюда она вышла и пошла по коридору к нам. Блять, она в этой комнате, что ли, я понимаю? Она стоит с благовонией. Опять-то, скорее всего, не... А, смотри, засчитала. Благовоние засчитала. Да-да-да, вон она стоит с благовонией. И сдохла, все. И минус Аня. Аня, ты тут? Если тут, возьми эту картину. С Собакином. О, она тут. Ставь Анрё и выезжаем. Когда поставишь, кинь картину. Когда поставишь, поставь картину на место. Мне понравился Собакин. О, она кинула картину, походу. Давай, поехали.